Привет! Сегодня мы поговорим о триммере Champion, идеальном инструменте для поддержки порядка на твоем участке. Я испытал его на различные растительности, так что поделюсь своими впечатлениями. Этот обзор поможет тебе сделать выбор, так что оставайся со мной. Триммер Champion отличается удобной конструкцией, его вес всего 4,3 кг, что делает его легким и маневренным в работе. Габариты инструмента 1400 на 150 на 250 мм, и ручка регулируется под любой рост, что обеспечивает комфорт во время использования. Особое внимание заслуживает широкий защитный кожух, который эффективно защищает от летящей травы, делая работу безопасной. Прилагаемый наплечный ремень существенно снижает нагрузку на позвоночник, что особенно ценно при длительной работе. Еще одним удобным нововведением является разъем на валу, позволяющий складывать косу пополам. Это упрощает хранение и транспортировку триммера. Не забудь заглянуть в описание под видео, там тебя ждут ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Электрический триммер Champion – настоящая находка для тех, кто заботится о порядке на средних и больших участках. С максимальными оборотами до 7500 оборотов в минуту и мощностью двигателя в 1000 Вт этот триммер способен справиться с грубой травой и сорняками, обеспечивая чистую и аккуратную стрижку. Толщина корда 2,4 мм и ширина кошения 350 мм при использовании корда и 230 мм при использовании ножа делают этот инструмент универсальным помощником. Он рекомендован для обработки площадей до 12 соток. Удобство использования обеспечивается благодаря полуавтоматической шпуле с леской, которая позволяет подавать леску одним нажатием о землю во время работы. Антивибрационная система двигателя значительно снижает утомляемость, а верхнее расположение мотора улучшает баланс инструмента. Двойная изоляция обмотки двигателя повышает безопасность и продлевает срок службы триммера. Перейдем к отзывам пользователей, которые помогут тебе лучше понять, как триммер Champion работает на практике. Минусы. Необходимость удерживать кнопку. Борьба с лопухами слабая. Ограничение рабочей зоны удлинителем. Плюсы. Легкий вес. Достаточная мощность. Простота эксплуатации. Отличное качество сборки. Не нужен бензин. Мотор расположен сверху. Нет вибрации. Регулировка рукоятки под рост. На этом наш обзор триммера Champion подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Жду твоих комментариев о модели. Поделись, как она себя показала в деле. Если тебе понравился обзор, подписывайся на канал и ставь лайк. Спасибо за внимание. До новых встреч!